память всех героев Великой Отечественной войны состоится серия концертов этнического певца Гуруде «Песни Победы». 5 мая – город Абаза. 6 мая – город Черемушки. 7 мая – город Абакан. 8 мая – город Красноярск. 9 мая – город Москва. И 13 мая – город Вена, Австрия. Специальные гости концертов – певица Женя Рябцева. «Песни Победы» – часть нашей истории. «Песни Победы» – это чувства, понятные и близкие каждому. В них звучат темы мужества, патриотизма и верности. Мы приглашаем вас на концерт «Спеть с Гуруде» эти великие песни Победы. Смотри.